Привет, YouTube. Сегодня у меня день ответов на вопросы. В одном из видео промелькнуло, я вот получил тоже посылочки. Сухпай, ну в частности вот номер 7. Что за сухпай, чего? Ну, можно, конечно, в интернете посмотреть, но уж раз вопрос задали, у меня есть время и желание ответить, что из себя он испытывает, как говорится, что в нем есть. А в принципе можно вот точно так же ERP, допустим, в данном случае 7 номер, набрать в интернете ERP номер 7, и там все есть. Ну, комплектации иногда отличаются, там что-то есть, чего-то нет. Ну, в данном случае вопрос задали, ну, сейчас я сниму видео, что в него входит. Ну, вскрыли коробочку. Вот в таком виде. Значит, что у нас первое попадается? Это напиток быстроразваримый, типа Юпи. Дальше вот у нас шоколадка. Офицерский шоколад. Дальше паштет нежный. Паштет печеночный. Пару ложечек, даже нет, три. Вот, три ложки. Еще один адаптер. Клубничка уже теперь. Теперь вот есть повидло, кстати. Все очень в пайке вкусное. Сразу скажу, уже ел не первый раз именно этот паек, именно с этой партии. Мясо с зеленым горошком, с морковкой. Ну, это... Точно так же. Три ложки, три сахара. Вот. Дальше. Три салфеточки. Так. Поехали дальше. Значит, что у нас? Шпик соленый, консервированный. Честно говоря, что-то мне сало не очень пришлось, но это мое субъективное мнение. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Было бы неплохо пожарить картошечки вместе с этим салом. Было бы вкусно. А просто так его с хлебом кушать, ну, я не любитель. Вот. Икра из овощей. Дальше. Пюрешка яблочная. Так, ну это костровые дела. Тут спички. А дальше. Тефтели из говядины. Тоже очень вкусно. И каша рисовая с говядиной. Так, и плавленый сыр. Тоже вкусная вещь. Дальше тут двух видов галеты. Ну, это немножко из разной муки. Но уже поподробнее. Вот. Из такой муки. И... забойной из первого слота. Вот тигелечек, спирт. Тут все это разворачивается. Везде все показано. Как для бестолковых. Дальше что у нас? Поливитаминки. Перец. Кому не остро. Вот. Что еще? Вот три штучки. Тоже. Входят в состав. Что-то тут аква чего-то. В общем, я так понял, для очистки воды таблетки. Ну вот инструкция, что входит в состав. Ножик, чтобы что-нибудь порезать. Дальше. Даже пачка стиморола. Вот это уже для гурманов. Сливки. Это вот тоже для гурманов, кто любит кофе со сливками пить. Соу посолить, как же без нее. И вот почему-то не три, всего по три. Сахара три, ложки три. Вот. Салфетки три.
А вот одно кофе и два чая. Ну, так тоже получается, как на три персоны. В общем и целом, сказать так, если взять такой сухой паёк и, в принципе, там водичку, то можно продержаться, в общем-то, день запросто. С голоду никто не помрет. Вот такой наборчик. Я думаю, что ответил на ваш вопрос. Ну, а в данном случае в гараже, так, иногда бывает, засидишься. Надо еще что-то доделывать, то есть задержаться. А хочется что-то перекусить. Ну, взял и перекусил. Вот такая штука. И цена небольшая. Все, всем удачи, пока-пока.